Итак, у нас на ремонте брелок от сигнализации автомобиля. В данный момент это Шкода Октавия, брелок фирмы Пантера. Суть проблемы: то открывает, то не открывает. Вот сейчас я нажимаю, загорается, но ситуация, что нельзя было открыть дверь. Пришлось открыть ключом, кричит сигнализация, нужно найти кнопочку, выключить ее. Никто не знал, где она находится, но возникает проблема. Что можно сделать? Ситуации несколько. Раз она то есть, то нет, то несколько ситуаций. Или садится батарейка, ее нужно поменять, или контакт. Контакт на батарейке или контакт на кнопке. Возможно, проблема с самим контактом кнопки. Разбираем и будем решать проблему. Разбирается просто: отверткой откручиваем винтик в сторонку и вскрываем. Вскрываем тоже просто. Я обычно вскрываю ногтем. Можно каким-нибудь типа такого инструмента. Вставляем, подделаем и протягиваем. У кого слабые ногти. Значит, сразу предварительно смотрим. И уже я вижу, что одна часть контакта оторвана. Контакта батареи. Саму батарейку вытаскиваем и проверяем на напряжение. Она в этой стоит батарейка 2032 трехвольтовая. Проверяем. 3 вольта, новая батарейка, дело не в батарейке. Этот вопрос уже исключили. Раз уж мы разобрали, то нужно хорошо вымыть от всего жира, который тут накопился, с помощью вытаскиваем все. И корпусные детали, и вот эту резинку, она не несет никакой нагрузки, вытаскиваем, и с помощью воды и моющего средства под теплой водой все промываем. Я это уже сделал. Значит, тут я смотрю, тоже есть масляный лэп, такой масляный. Здесь моющим средством не пойдет, спиртиком нужно будет промыть. Берем тампончик какой-нибудь, например, ушной, и спиртиком промываем и снаружи сначала, а потом нам все равно придется отрывать вот здесь, и потом еще и внутри. Почему придется отрывать? Потому что придется вот пропаивать. Этот контакт полностью оторвался, а второй, вот эта планка, держится на двух контактах. Низ вроде бы неплохой, но его тоже спиртиком нужно будет протереть. Но вот здесь есть выход двух контактов. Этот полностью оторван, вот этот. А этот просто такая кольцевая трещина. И может быть то контакт, то не контакт. Но вот это мы снимаем. Потом на место нужно будет установить. Клеющую часть не трогаем, потому что она все-таки приклеиваться должна. Ну а серединки, именно серединки и вот эти края, ну короче, железки нужно протереть спиртом тоже. И вот здесь все хорошо спиртом протираем, потому что лэп такие есть. Ну, собственно, этим и займемся. Протираем и пропаиваем. Паять тут большая теплоотдача, поэтому совсем маленький может не взять, маленький паяльник может не прихватить, но у меня есть хороший паяльник, так что или можно средний, для того чтобы пропаять. Ну, в принципе, здесь больше таких вещей пропаивать не надо, все на месте. Ну а сейчас просто уже, как я сказал, спиртиком хорошо вытираем. Уже я пропаял, теперь уже не отходит этот контакт. Я также
протер все спиртиком, но теперь снова нужно протирать спиртом, потому что я пропаял, тут остался плюс, и чтобы он не повлиял на потом контакт, тоже снова нужно все вытереть. Ну, собственно, все. После того, как операция произведена, все вытерто. Теперь собираем в обратной последовательности, наклеиваем контакты, которые сняли для того, чтобы пропаивать и протереть. Контакты важно правильно, чтобы совпадали все центры и не центры. Сопоставить нужно правильно. Так, сопоставляем. Вроде бы правильно. Ну и все. Теперь собираем. Не забываем, тут такая пластмассочка. У меня она выпадает, потому что один контактик отломан, один усик у пластмассочки. Ну и тут кто-то очень сильно поджимал, поэтому ее и вырвало. Так сильно поджато, наверное, поэтому вырвало. Ну, собственно, и все. Теперь собираем и пробуем. Ну, попробовать мы можем только, ну, не только, нажимаем и смотрим, загорается или нет. Если, в принципе, загорается, значит, собрано все правильно, срабатывать будет. Другое дело, что оно и срабатывало, но не срабатывало иногда по каким-то причинам, а потом снова срабатывает. Ну, видимо, от контакта было все зависело. Все работает. Таким образом можно решить проблему с сигнализацией, если именно в этом проблема. Но мы разобрались и увидели. Подписывайтесь на канал, можете увидеть, как легко с помощью обыкновенных инструментов решать даже сложные проблемы. Увидимся на канале.